Ну что ж, всем привет, с вами снова Дмитрий Инбу, и сегодня очередная игра в Герои 3, Джебус Кросс. Сегодня играем на фулл рандоме, в общем, мы каждый по два рестарта уже запулили, и, соответственно, вот выпала нам безрестовая мне башня, это самый сильный замок на рандоме, повторяю, да, на рандоме, потому что у него нет ярко выраженного стартера, но оппоненту попался оплот с Ивором. Соответственно, не такой уж и рандом играет оппонент. Посмотрел бы я, как бы он это сыграл, если бы у него не было стартового стека из грандов. Приятного просмотра. Ну, сука. Ну, такое вообще. Дай касл. Спасибо. Да, блять! Дай касл. А ему не касл. Башня, ладно. Ивар на оплоте, понял. Ну, пойдет. Гэл-гэл. Славные воины здесь приходят. Титанов хочу. Сможем сообразить здесь титанчиков, как думаете? Или не сможем? Ну, уже что-то есть. Уже что-то есть. Вот это вообще охуенная вещь. Единственное, конечно, вот тот вот блок, вот этот вот мне вообще не нравится. Это просто забей. Этот блок, конечно, просто забей нахер, болт. Вот лампа. Вот стартовая лампа, это точно. Это она попозже. Причем, скорее всего, рандом дом. На стартовую лампу едет, да? И может даже попытаться... Блять. Хотел вот это. Хотел вот это, но не получилось. Так, у меня деньги, да, заканчиваются в связи с этим. Ну, ничего страшного, тут пособираем, да? Так, попытка номер два. У тебя за марками стартовая лампа нет. Их 20-49, их не хочется бить. И тем более в первый день это тоже смысла бить нет. Вот это изи. Вот это изи пробитие на второй день. Не смысла нет на первый день лампу брать. Да блять. Мне смысла на первый день лампу брать нет. Я могу выставиться и на второй, третий, ну на второй день все это сделать как надо. Ну, сейчас фул разбежка нужна. Сейчас что-нибудь надо там пробить там туда-сюда. Экономику подумать, как сделать. Во-первых, как бы объектов нет, но есть лампы, да, в принципе. Тут два варианта. Либо отыграть от ламп. Но мы сейчас посмотрим ГО и будем вообще понимать, что к чему. И овация — это очень сильный воин.
Нормально, можно привести себе колпачей. Здесь попробую дотянуться до замка, но вот эту кучку подберу. Блять. Ну не перебью я это, да? У меня ж тут ни стрелок, ничего нет. Хотя на хосте, слушай, кстати, на хосте можно попробовать. В один стек поставлю и на хосте побегу просто. Блять. 23 хп. Ну слушай, должен выбивать, по идее. Да, отлично. Пойдет. Пойдет. Вон еще две лампы, да, блять. Еще две лампы. Ну и вот этот подвывоз, да, становится. Эти две заберу. Этим спокойненько вывезусь. И надо подумать, да. Сюда мы едем. Ну, наверное, едем, да. Давай попробуем посмотреть, что внизу еще. Блять, куча денежных объектов. Вопрос только еще найти какие-нибудь цеха, еще что-то найти. Потому что, ну, этого маловато, конечно. Этого, конечно же, маловато. Или что ли, с этой лампы начать? Но с этой неохота начинать. С этой начинать неохота. Вот с этой нормально. Только нечестно, пес. Ну, еще и вот так, да, сделаем сейчас по красоте. А у этого сколько мувов? Чуть-чуть вернет. Да, ну нормально, кстати. Тут же экспертная, а продвинутая. Ну, все равно нормально. 7. Слушай, ну... А как... Подожди, а как там 7 потерялось? Это ж вообще без потерь бьется. Ну да, они ж долетают вообще на изи.
Не понял я. Ну ладно. Ну ладно. 7, бля, не хочет качать. Мне деньги нужны, брат. Брат. Деньги нужны. Не хочешь, да, качать мне? Деньги ты мне тут не хочешь, да, качать? Ну вот у нас уже и, я вам скажу, такой нихуёвый старт. Вот прям такой нихуёвый. Могу вообще на следующий день это пробить без потерь. Что, скорее всего, и буду делать. А на этот день поеду, заберу левый замок. По идее, тут хватает мувов. Блять, из-за этого, наверное, не хватит, да? А, не хватило бы и так, да? Ну, выставлюсь на левый замок, на следующий ход его заберу. Вернусь, пробью вот эту хуйнюшку и буду дальше разбегаться, смотреть. Может, даже пойду вот этот плащ пробью на следующий ход и развернусь вот сюда. Тунаром. Кстати, могу тунаром на следующий ход это взять. Вообще не проблема. Я не хочу здесь собирать стэк джинов. Хотя, возможно, и нужно было бы, да? Но не знаю. Не знаю. Это вот сюда нам вывезет. А, здесь. Вот там, в принципе, похер, да, что можно вот так пособирать. Бля, мне бы главное его, блядь, посадить бы, да? Но не посажу. Блядь, чуть-чуть не доиграл. Ладно, пойдет. Здесь я пойду вот сюда, дам разведочку. Тюрьма, что-то тут еще. Домашнюю топа. Я думаю, даже можем на 5 титанах домашнюю топу хлопнуть. И под сфероила выходить. На 1-2-1. Ну или 1-2-2. Что-нибудь такое. Я думаю, вообще отлично будет. Типа с кайфом поиграем. С кайфом поиграем. Семьсот, 1100 остается. Ладно, я все равно тут не в это самое, да? Поэтому тут можно смело идти подбирать. Но придется все равно плюс героя здесь покупать. Блять, поставили хуйню здесь, конечно. Так, сделаю. Это потом будем. Разведка. Угу. Понял. Ну, оставлю вдруг под мясо, да? Этими буду блочить. Изикатка. Вилка, еще лампа. Бля, ну тут можно собрать все лампы. Ну слушай, ну я не знаю, что, может собирать все лампы и выходить. Тут можно на 1-1-7 собрать все лампы, выйти, а можно на 1-2-1
собрать все лампы и еще построить титанов и выйти. Бля, ну я не вывожу здесь, да, пиздец, жестко. Я тут жестко не вывожусь. Ну, мне оно, в принципе, сейчас и особо не надо, да, сюда нырять. Центр этих самых, да, архидьяволов. По экономике уже у нас неплохо. Надо сюда ехать, что-то искать. Ну, от этого надо будет избавляться. О, тут явно уже лишний. Это на следующий ход мы будем смотреть. Вот это бы пробить на самом деле. Вот этот мешок хочется пробить. Не, без рофла. Прям реально хочется этот мешок пробить. Или поехать направо с этой армией, что-то потусить. Вот вопрос. Ну, мешок бы прям вообще было бы охуенно, да? Пробить, вывести. Но сейчас надо ставить цепочку. Вот плащик вот этот можно взять. И уже с этим плащиком вот раз, два зафармить. Поехать сюда. Всем привет, здорово. Давайте подумаем. Ну, 100% сверху нам надо выезжать. Ну, здесь слишком... Единственное, разгон ужасный у нас. Давай хоть такой поменяемся. А ты там в замок, если что, сядешь, да? Ага, блядь. Хотя нет, 70 на 160 пойдет. Ты в замок садишься, освобождаешь слот. Ты можешь, если что, вывести, да? Ты можешь это все вот тут пробить. Слушай, ну я не вывезу, да, этот? А, слушай, нижним вывести смогу. Нижним смогу вывести. Ну, мне надо, да, мне надо будет сюда приехать. Взять отсюда вот этих. Забрать. Вывести их сюда. Пробить вот это. Поехать сюда. Пробить вот здесь и поехать, наверное, сюда, на эту шахту. И здесь подфармить что-нибудь. Правильно? Что неплохо, неплохо, мне нравится. Вопрос. Ну, я этот мешок-то я вывезу, не проблема. Мне главное, чтобы... А, и рандомдомом я могу вернуться. В замке, да, а потом и рандомдом бы куда-то сюда поехала. Я могу еще одного сюда поставить, эту еще лампу вытащить и вот это подфармить. Но по бабкам не очень хорошо у меня все. То есть мне нужен будет слот снизу еще. Я не знаю, вот это мне надо вообще, вот это держать при себе. Хотя в утопу, может, какое-то мясо, нет? Дайте подумаю. Я думаю сейчас просто, как цепочку еще лучше сделать, чтобы я где-то там закончил, да? И справа поехал еще, чтобы чуть подфармил. Вот эту лампу надо, не надо. Просто из замка ее можно. Ну, кого-то сюда поставить, он зафармит, в принципе, вернется. А кто есть кто-то? Просто у меня еще такого явного мейна нет, в чем фишка, бля. Прям мейна пиздец нет. Прям нет моего. Так, подожди. Так. Ладно, пока эту лампу не буду трогать, в принципе, мне на все хватит. Хотя, блядь, взять бы ее, а. Ладно, давай возьму. Уже не будет, да, наверное.
Так, ну ладно. Да. То есть, если я вот так вот вывезусь, я сяду, мне просто очень важно сесть в замок будет. Вот, все, вот сюда я. Блять. А, подожди, я сажусь, и у меня еще 90 остается. Да, нормально, тогда смогу забрать и сесть в замок. Вопрос, смогу ли я вот это все здесь? Уже другой вопрос. Кто не понял, зачем мне эта драка, я здесь отбиваю инкам. Я вот здесь вот так отбиваю. Что для меня очень важно. Хорош. Ну, давайте, наверное, в смотровую въебем. Позырим, что это тут у нас. О, цех, заебись. Меч, заебись. Вообще кайф. Еще лампа. Бля, да тут на лампах можно выходить. Тут, бля, ебать, еще вот это бы вытащить. Тут на лампах вообще изи, изи катка. Тут ламп, пиздец. Но на них денег надо, я не знаю, сколько, бля. Просто капец, бля, сколько денег надо на эти лампы. Тут еще титанчики ж хотят становиться. Вот этих големов не могу увольнять, бляха-муха. Их надо с собой таскать. Консулечка, хорошо, кстати. Конца. Блять, тут ламп ужас вообще, сколько много. Тут надо выставляться, может как-то я смогу развернуться, потом сюда поехать. Но мне надо не разворачиваться туда, а вот сюда надо разворачиваться. Брать вот это, пробивать и выезжать вниз, фармить. Следующий день мне надо вниз заканчивать. Это, наверное, придется здесь сажать этого в замок пока, на следующий ход. Ладно, поехали. Бля. Пойдет. Бля, ну это вывозить
тяжко будет. Поэтому пока так. Единственное, у меня на гиганта сейчас особо денег не хватает. Я тут его пробью. Но взять не смогу. Бля, надо бабки фармить. Надо бабки фармить. Надо бабки фармить. Да не хочу я 1.17. Тут по бабкам проблема. Бешенство, блядь. Ну, на нахуй. Бешенство. Да, блядь, я ж посчитал. Ну вот, видите, не хватает денег, блядь, на гигаса. И взять их абсолютно негде. И видите, сюда даже не довожусь. А это плохо, потому что я тогда этот ход не смогу здесь закончить. Сколько гигас? 2000, ебать, он дорогой. Бля. Ай, бля, сейчас я тут пиздец. Не-не-не, нельзя. Ладно, давай так. Блять. Ну, видите, чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Так, ну чё, кто тут добегался? Мне нужен слот. Мне снизу надо выйти. Или нет смысла снизу выходить? Мне надо вниз сейчас разворачивать всю армейку. Ну, здесь что-то как-то брать, да? И я, ну, мне вообще надо передавать сюда, здесь начать все фармить. В принципе, уже джинов достаточно, чтобы... чтобы все выфармливать. Вот это здесь можно забрать. Ягар. Бля. Чё, рынки ставить? Блядь, так не хочется рынки ставить, просто пиздец. А внешки я вообще что-то не вижу, да, не наблюдаю. Мне вниз надо выезжать, вот это потом буду добирать. Ладно, поехали, похер так. Ща, 5 сек. Так, а я вообще тут разворачиваю, бля, войска.
Тут вот это я не выфармил, бля. Ой, нихуя я тут не разворачиваю, мужики, это пиздец. Ладно, я тогда выставлю на шестой день, я поеду вниз фармить. Шестой день я поеду сюда фармить, сейчас просто нормально цепочки выставлю. Мне вернуться здесь, вот это подфармить, развернуть сюда, вот это забрать. И если я тпшнусь наверх, взять отсюда и приехать сюда, и здесь закончить шестой день, это было бы идеально. Ну только я не знаю как. Ебать, чайник, нихуя себе. А как мне его забрать? Вау. А мне чайник нужен, пиздец. Бля, я хочу чайник вывести, а как мне это сделать? Вау, тут он хуй знает где. На мне его вывозить надо, пиздец. Или что, или это под выход потом, поставить сюда двух героев? И под выход забрать чайник. Причем тут... Тут чайник, и похоже, что это цех. Хотя не, не цех. Так, пятый день. Ну ладно, тут я могу не спешить, в принципе. Ну что, давайте тогда чайник, хуяйник. Все это нам надо. Так, здесь что? Если я кого-то поставлю, чтобы он мне тпшнул, да? Блять, тут цепочки иди нахуй называются. Попробую их, блядь, сделать, эти цепочки. За чайником на следующий день ехать, все цепочки ебать в жопу не хочу. Я лучше попробую здесь двух героев потом прислать и попробовать вытащить чайник на выход. Но хотя он мне под утопу, да, нужен. Может, блядь, тогда нахуй цепочку вниз, поеду за чайником. И на следующий ход его просто вытащу. На такой армии я там любой чайник отобью. И уже с этим чайником буду все фармить. От верха тогда откажусь, скорее всего. Ну, хотя тут лампы, не знаю. Слушай, давай, может, реально чайник? Давай, может, реально за чайником поеду? За чайником съезжу. И все вывезу. Да? Тут вот тут проход должен быть. Двух героев поставлю и вывезу. Давайте, давайте. Я думаю, чайник нормально будет. Вот так вот. Я вывезу это точно сюда. И отсюда уже буду стартовать сюда. Давай смотреть, куда будем стартовать. Снизу я кого-то буду выставлять. Ну, слушай, мне бы выставить кого-то. Но мне и вот это хочется. Ну, хотя толку от этого. Сейчас подумаю. Сейчас подумаю. Просто мне нужно вниз вернуться. То есть мне надо на пятый день чайник вытащить. И на шестой день мне нужно вот сюда вернуться. На вот эти денежные объекты зафармить. Вот зафармить вот эти объекты, и желательно потом, конечно, нырнуть вот сюда, но сюда не нырнешь, здесь вот так еще надо, чтобы было. Просто у меня цепочка как бы там вниз она идет, да, бля, гигаса еще не куплена, ну ладно. Бля, ну, мысль есть, да, но только нужны слоты тогда, получается. Нужны слоты... Нужны слоты. То есть мне нужен вот этот слот точно, да? Вот отсюда он, да, наверное, и стартанет. Если ты, да, пробьешь, возьмешь, передашь.
то у тебя будет как бы вот так вариант, да, сесть. Да. Каких только ебланов нет, да, странный, согласен. И здесь мне хочется вот поставить Ягара или вот этого, да, вот этого на тактике. Этого на тактике надо будет вот это вытаскивать и сюда в портал нырять. И сверху, да, если бы я еще мог одного сюда, то, бля, я вообще бы переехал бы сюда и вот здесь бы закончил. Это было бы идеально, но, наверное, не получится такой у меня путь. Ну, давай попробуем так. Ну, например, я в замок возвращаю, из замка мне, бля, мне нужен кто-то был в замке на скорости. Из замка я, например, ну, давай вот так я посажу в замок. И из замка мне нужен кто-то, кто привезет сюда, да? То есть, а я могу... А, бля, так я как я тут пофармлю все? А, ну так я пофармлю. Сейчас я двух сюда вытащу, поставлю. Раз, два, раз, два. А еще одного я смогу вверх поставить? Да не, а смысл тогда? А смысл? Я не знаю, может быть, просто не уезжать тогда наверх, сейчас, ну, на следующий день, а внизу плотно пофармить и потом все вывестись. Ну, слушай, ну да, наверное. Наверное, нет смысла, надо внизу плотно фармить. Вот так. Этим сюда, этим так один, если бы еще тут стоял, мог бы как раз на это вывести, но нет, я не буду вывозить. Ну и давай рынки бахать. Нет, тут изи, блядь, катка, если чисто на этих самых, на джинах. Но мы не ищем легких путей, мне хочется в титанов поиграть. Так, ну чё, давай пробовать. Да, пизда, блядь. Чайник за рельефом, ублюдок. Бля, чайник, конечно, сука, а? Ну это пиздец, как это достать? Это никак не достать. Давай хоть минус мораль вытащим.
Ладно, ну я обязан уезжать, бля, ну как я чайник, я его не вытащу, тут пиздец, тут на нем, на него ехать и ехать. Я, честно, хуй знает. Обидно даже как-то. Как говорится, ты так близко и так далеко, да? Могу еще сесть в замок. Ну, в принципе, могу и не садиться, да? Бля. Ну, чайник смогу вытащить, если вытащу какой-нибудь полет или еще что-то из утопы. Наверное, тогда придется. Это тогда сейчас брать не буду. На следующий ход это заберу. О, бля, я ж могу вот это забрать и ты пешнулся в нижний замок. Нахуй я эти цепочки ставил, ебанутый, блядь. Блядь, чуть-чуть неправильно я выставил, я точно. Слушай, реально это ж вообще выгодно. Это ж вообще пиздецки, как выгодно. Нихуя себе ты чё. Вот так, да, ты предлагаешь. Вот это надо, чтоб жил, блять. Вот это надо, чтоб жил он. Давай я сюда змей поставлю. Вот так. Ну, это должен выбить, по идее. Нет, не выбил, ублюдок. Ну ладно, наносит 15 урона. Вот так мы сделаем. Ну и все, изейшее. Просто представьте с чайником, какие были бы статы. Просто ебанешься, блядь, какие были бы статы с чайником, нахуй. Сюда ты пешим тогда. Черное пламя, блядь. Зато какой инкам? 6700, блядь. Инкам, нахуй. Такому инкаму позавидует, блядь, любой. Инкам сочный.
И мне надо будет сюда вернуться будет на самом деле. А ты сможешь? Слушай, я смогу, да? Я могу потом на следующий ход сюда вернуться и сделать ТП вот сюда наверх, поехать вот это забирать. На самом деле, вот ты тогда становишься под выход. Бля, ну вот это, конечно, манит меня. Это, конечно, меня манит. Но что делать? Ничего, бля, не сделаешь. Да, блядь, уже можно выходить. Ну, ебаный в рот. 32 джина, ну просто пиздец. Ну, серьезно. Вон, блядь, хоть сюда, ебать, иди выходи. Сюда бы, да, поставить кого-то. Тут можно было просто вот так пройти. Здесь, смотрите. У меня 1600 мувов. Здесь 750. 800, 900, 1000. 850. И остается 900 мувов. Нет, 800. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот где-то вот здесь, если бы кто-то стоял. И вот это вот выфармить. Вот это выфармите наверх ТПшница. Но мне, кстати, бля, я неправильно я купил, кстати. Джинов я зря купил, у меня теперь денег нет на... А, стой, есть, у меня же здесь герой есть. Тогда нормально. Тогда нормально. Ну, здесь мы все выфармили, я не знаю, могу сюда. Но я, бля, не знаю, что мне вот так... Просто отсюда она вот это не заберет, сюда не выдаст. То есть я вот сюда становлюсь, у меня 2100 минус 700, 1600. Ну тут пиздец, тут как бы очень тяжело. Хотя вот, если вот так. Бля. А из замка? А из замка сколько тут мувов? 2100. Бля. Лампы, я не знаю, нахуй меня, я, бля, могу уже выходить. Ну, серьезно, я могу на следующий день просто уже выйти. Но мне почему-то хочется титанов строить. Но я вижу, что я по деньгам нихуя не могу этих титанов уже строить. Мне приехать наверх, блядь, забрать вот эти все лампы и поехать на выход, блядь. Не строю, не получается, блядь, здесь титаны, не получается, просто пиздец. Я всеми силами хотел, но я поставлю этот атлас. Возможно, на типа 1-2-1 с утоп. Хотя, если утопу хлопнуть на гигантах и, блядь, и джинах, можно въебать сразу и титанов, что думаете? Блядь, давайте похуй, давайте выйдем чуть попозже, но, блядь, выйдем с титанами. Бля, ну вот хочу титанов, ну заебало меня вот это, блядь, все, хочу титанов. Можем, блядь, а? Можем титанов, что думаете? Из замка. Ну, я уже на рынками трейдиться не буду. Давайте сюда я поставлю. И мне вот здесь надо встать. Здесь закончить ход. Давайте попробуем титанов. Спешить не будем. Статы прикольные тут, кстати. Сюда не могу, блядь, 350 мов теперь тратить. Надо сюда ехать и наверх. Вот это фармить и прыгать в верхний замок. Этот становится под ГО. Один, два, один, попробуй с титанами, бля. Мне отсюда надо вот этого вытащить. Купить ему... Надо вот это ставить. Его надо везти сюда. А, вот сюда его надо привезти. Он пробьет вот эту хуйню, да, и мы будем вытаскиваться обратно. Привет, Нигма, привет. Всем привет.
Блять, нагабанк мне нужен, пиздец. Блять. Может скипнуть эту хуйню. Особенно если тут единичка, может ее вообще скипнуть. Построить сейчас, поставить сейчас заоблачный атлас. И поехать вот тупо вот эту хуйню добрать альтом и выставить сюда. Это надо, ну, ставить на альта, на добор. Отсюда надо вытаскивать чувачка. Это тоже все. Здесь мы можем только поменяться местами. Лучше не меняться. Потому что здесь уже тоже все. Короче, мне сейчас нужен кто-то сюда. Я могу на 1-2-1 выйти. Тридцать этих, да? Я сейчас, наверное, пойду просто вот это фармить. Вот это выфармлю. Вот это выфармлю. На следующий ход я просто выставлюсь на вывоз сюда. К концу я скипаю. И сюда я одного ставлю. Через вот эту таверну я смогу вот это ебануть. Въебать утопу, блять. Выйти. Натрейдиться. Вернуться. Вернуться сюда и выйти на Гунара, на Титанах, сюда. На 1-2-1. Хотите? Или вам похуй? Суки, блядь. Ну ладно, это все на мясо. Зато у меня денежки появились под титосиков. Всякая вот такая темка, да? Ну давай. Давай делать, брат. Давай делать. Давай делать. Возьму еще лампу, возьму это. Сюда. А, сюда, смотри, как хитро, блядь, придумано. Ну, ничего страшного. То есть, смотри, я подвожу сюда. Этот хуярит. Хуярит это, подходит сюда, здесь мы. Ну, сюда, бля, подхвачу, стой. А, так вот, снизу подхвачу. Снизу подхвачу сюда. Здесь все сделаю. Здесь все сделаю. Дальше. Дальше. Тут.
Блять, конечно. А чем я утопа буду брать? А, мне еще вот сюда нужен герой, кстати. Чем я утопа буду? Мне отсюда надо выкупить. Отсюда выкупить. Еще вот это пробить. Отсюда вытащить. То есть идут два героя, да? Подожди, где я? Ну вот так, да? Сделаем это раз. Раз, два. Сколько у тебя разгон? 1900. Туда-обратно 1500. А, нет. 700, 800. И обратно 1500, 1600. Вот это. И вот здесь в клетке я могу стоять. Это все в цепочках. Это все в цепочках. То есть мне нужен один, чтобы вернуть сюда. Из замка я сюда. Увольняю, одного сюда покупаю, ставлю. Этим вывожу, привожу, этим в замок возвращаю. Из замка мне нужен новый на разгоне. Из замка мне нужен новый на разгоне. Вот тут. Слушай, а может я ей просто это все пробью? А этим вывезу? А, такая разница. Давай, без разницы, я его сюда все наставлю. Пробила, дала, отсюда я... Не-не-не, отсюда нет, вот так поставлю. Отсюда вывезусь, да? Могу еще одного поставить, вот эти две лампы вытащить. Кстати, нихуя себе, две лампы дайте вытащить. Две лампы вытащить смотрится. Ну, вроде нормально, тут на минус деньги, но, блядь, все будет от утопы зависеть. И надо будет, блядь, титанчиков ставить. Два рынка есть. Блядь, смотрим, ну хуй знает, посмотрим. Ой, бля, ладно, надо, давайте делаем. Красиво делай, красиво будет. А этот должен будет нырнуть в портал. Угу, все, понял. А, у меня ж минус мораль еще, точно. Я забыл, что у меня минус мораль есть. Слушай, ну они ж должны убежать, но вряд ли они сюда нападут. А это еще денежка.
Вопрос только теперь я вытаскиваю это все, нет? Ой-ой. 850, бля, я это не вытащу. Блять. Я теперь не могу сюда тпшнуться, у меня вся цепочка нахуй идет. Вот это нельзя было брать. Ты заебала, как так-то? Так, и каково решение? Отсюда 900. Слушай, отсюда 900, увольняю и добегаю. 100 наверх. Это ж ты, да? Ууу, ебать, Last Move Home, нихуя я придумал. Вау, вот это красава. Ну давай, Стронгаль, блядь. Ну армия, иди нахуй просто. Армия просто, ну, разъеб. Вот это мне даже не надо, это я возьму под утопу. Они будут в утопе там что-то делать. Ну я вот их возьму вот так вот чуть-чуть. Чисто, может, как единички. Армия, просто ёбнешься, блин. Теперь смотрите, что мы делаем. Жаль, что не Макси. Пиздец. Не то, что не Макси, бля, ёбаная мини вообще, да? Ну на, нахуй, жрите, говно, суки. А чё такая скорость маленькая? Плащ не одет, да? Вот. А, плащ вообще не там. Подожди, а где плащ? А где плащ? На ком плащ? Я ж его не удалил. Блять, на ком-то ж плащ был плюс 2 скорости? Или я его удалил? А, вот он. Вот здесь, да? Ты обменялся им. Ну, понятно. Ну, ладно. Иди нахуй. Все, блядь, сейчас вывоз будет. Ебать, какой дорогой. Не могу через этого вывести. Блять. Чуть-чуть не глянул. Ладно, вывезимся. 2500, ничего страшного. Просто тут можно еще джинов хапнуть. Блять. Ладно. Нам все равно это мясо еще пригодится. Ну что ж, поехали. Ныряем в утопу. Угу. Так, деньги только нужны. Гриндан пес. Так, ну вот это бы, блядь, застакать мясо на самом деле. Чуть-чуть надо, придется еще потрейдиться. Потому что вот это надо застакать. То есть это должно в одном слоте стоять. Еще бы, блядь, вот это бы на самом деле все подкупить, да? Я же даже не знаю, что там за утопа, блядь. Может быть, просто огроменная. Вот так вот. И вот с этим всем уже просто с кайфом залетать.
40 джинов, просто пиздец. Ну, кусок хуйни, блять, полный. Ну ладно. Бля, может тогда на этом и заебашить утопу. 12-3. Да-да, может на этом 12-3 заебашить. А чё у этого есть? У него же нихуя нету, бля. Щит? Слушай, ну щит. 9-1, либо 12-3. Ну слушай, ну 12-3, наверное, повыгоднее, да, будет. А он добежит вообще до утопы? Да, я посмотрю. Ну, last move on, потом вытаска через вот это. Ну, похуй. Давай, давай, наверное, 12-3, наверное, получше будет. Без книжки, но зато все-таки... Ну, все равно получше, блядь. Поехали, так. Интересно, а Макси расковыряем, что думаете? Ну, хотя 8 гигасов, бля... Мне кажется, бля, вообще похуй, любую расковыряем. Бум, блядь. Да я не знаю, давай воду. Бля, 1-2, пиздец. У меня теперь хватит вообще денег. Так, мне в третий слот, это жрите, блядь. 10, 16, 1, 126. Слушай, ну может даже квик. 10, 16... Титанов не проебал. Чё, квикаем, нет? 10, 16. 31 джин, 8 гигасов осталось. Слушай, ну давай попробуем, бля. Хотя, чё, 10 этих, да? Как он их 10 потерял? 10 джинов. 10 джинов вообще хуйня. Слушай, может квик реально? Мне главное, что просто, блядь, они могут в гигантов поехать, я вот за это ебать переживаю. Они просто могут поехать в гигантов. Если они едут в гигантов, то пиздец. Но у меня 12-я атака. 39 джинов, бля, могут выбить нормально. Давайте попробуем получше, я попробую. ХП 600 почти никогда не выбью. Ебать, нихуя себе, вообще кайф. Пиздец. Ну, слушайте, получше подрался. Ну, чё, у топа хуйни. В принципе, да. Нам она нас никак не особо не бафает. Но есть опция поставить титанчиков и немножко титанчиков загредить. Так, одного ставлю. Ну, как-то так. 1-2-1 с домашней топой.
Ну, я еще титанов-то не поставил, да, видите, еще что. Тут, конечно, это дорого. Пиздец, блядь. И видите, как еще не довожу до ГО. А если даже здесь... Хотя вот если сюда наступлю... 1100. Ну, вот через вот это поближе довезу. Но я до этого докачусь. Че, давайте титанов ставить. Ну, full trade. Вариантов нет. Два рынка есть. Жаль, не три. Ну, придется тут потрейдиться плотно прям. Сколько тут на одного уходит денег? 2000 и один камень. 3000 и один камень. Ебать, тут трейд. Тут очень плотный трейд. Давай попробуем 5 поставить. Да нет, даже 5 не становится. Мне еще что-то надо там какую-то разбежку придумать, блядь. Давай хотя бы 3, пиздец, не знаю. На следующий день еще накутим что-нибудь, придумаем. Так, ну давай смотреть. Здесь хороший уютный уголок. Слушай, может вейт или что, стрельнуть? Тут надо закрываться. О, кстати, это вообще, да, вот так заебись. Ебать, куда ты бешенство конструишь? Ну нихуя себе. Видите, что хорошо? Они к нему не пошли. Здесь все красиво сделалось. Вот это больно, конечно. Охуевшая рожа, блядь. Так, ну сейчас под бешенством мы тут залетим нормально. 5-6. Оно спало, что ли? Ладно, давай. Ну, минус ги... А нет, смотри. Смотри, пошли сюда бить. Кстати, нормально вообще. Ого, 79 хп осталось. Вау. Ну, 11 джинов. Ну, по-другому никак. И тут, на самом деле, классно было бы вернуть еще часть титанов, да? А здесь поставить, наверное, ГМ. Часть титанов вернуть на грейд. Блять, серьезно, сука. Ладно, давай. Так, вот этого надо будет разбивать нам. Давай, знаешь как, вот так еще пробьем.
Ну так сядем. Ебунячая армия, вообще, ну, пиздец. То есть я очень доволен выходом. Армия просто ебейшая. Так, здесь ничего, да, подобрать не могу. Да, вообще не могу ничего. Так, это сел. Это так. Отлично, дотянулся. Ну, здесь можешь разбиться, если что, ты как под саппорта, да? Это так. Так, так. Ну и становишься, да, под разбивку здесь. Дальше. Так, так. Деньги. И, в принципе, ну, едешь в этот замок, да? Ну, даже, наверное, скорее всего, будешь удаляться. Но пока смотрим. Теперь, что я делаю здесь? Я... А, блядь, мне нужно здесь таверну и купить героя, чтобы все назад отправить. Ёб твою мать. Это уже плохая новость. Это уже плохая новость. Так. Это уже плохая новость, то что у меня, видите, что? Вот так вот, два, блядь, это пиздец. То есть мне на рынок надо натрейдить. Ну ёбнешься, нахуй. Слушай, а может где-то кто-то эти дровак, блядь, подобрать? Если я здесь покупаю героя. Он, во-первых, со штрафами, да? И он не окупается никак, 2500. Бля, как больно. Просто ёбнешься, как сейчас больно мне. Хотя экономика, ну, я вот это, да, еще сделал, такое не очень. Ну, хотя, ладно, пойдет. Ладно, давай так. Давай так. Раз, два, три. Я ставлю. Рынок здесь или таверну там. Ну, если рынок здесь, то все пиздец. Таверну тут надо. И сколько я смогу загредить? Троих. Троих, да, загрейдить смогу? Да какой троих, блядь? Тут же еще плюс герой. Двоих. Блядь, двоих смогу только загрейдить. Блядь. Ой-ой-ой. Ну надо грейдить, похуй. Надо. И верну там слева. Верну, верну. Титанов. Нормально. 5 пойдет. Могу еще на одного натрейдить? Очень сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Могу, кстати, вот так сразу отдать и через ТП вернуть, чтобы этого не задействовать. А этот сможет еще чуть-чуть. Слушай, ебать-ка, давай. Так что? Смогу еще? Слушай, давай. Попробуем. Еще на одного натрейдить титосика. Давай, хочу. Уф, блять. Выцеживаю, выцеживаю этих титосиков. Блять, уже видишь, не получается. Ладно. Мидлхейм. Вот так, наверное, ставлю ему. Или нахуй, пусть 20 маны пополняет. А то сейчас еще придется где-то воевать. Стоп, у меня еще книжки тут нет. Блять, надо книжку купить. Все, пойдет. Книжка воздуха. Это было бы классно. Это можно было бы и чайник вытащить с книжкой воздуха. Блять, ну по деньгам не могу. Пока, да, ничего это отбивать.
Ебать, вот это надо. Масс-земля есть. Вот это надо отбивать, как будто бы. Центр, хуй его знает. Смотрите, какая развилка. До центра ёбнешься еще бежать. Ну, как будто 5 ол нужно отбивать. Ну, блядь. Я им нахуй масло выпишу. Охуеют. А, стоп, бля. Наебать. Наебать тебе, ублюдок. Так, кто сейчас ходит? Вот это хорошее сейчас окошечко вот сюда, смотрите, открылось. Сейчас мы их тут... Сейчас их мы тут... Чпокнем. 4 хп. Ну, вот так вот. Этот вот так. Вейт. Пробел. Пробел. Сюда его. Вейт. 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 Сюда. На нахуй. Изейше. Ну, повезло, что ГС стека не было, на самом деле. Ну, я поехал в центр. Я поехал в центр. Двадцать маны, чё ему восстанавливать нахуй, лучше пусть едет. Блять, этого разбивать пиздец дорого, у меня сейчас тут, конечно, по деньгам. Че, в центре он? Нихуя там статы подскочили. Но он не в центре. Так, ну давай. Взрыв. Заебись, блядь, то, что нужно. Спасибо, отец. Спасибо. Просто охуенно вообще. Просто охуенно. Просто то, что нужно. Отвечаю.
Да ты серьезно, блядь? Да какой? Как это возможно, нахуй? У меня тут скорости, ебнешься, я вас всех тут блокирую, ебанов. Как? Откуда тут такие, бля, потери? Мне вообще похуй, блядь. Ну похуй же вообще. Да блять, где центр, алё? Где центр, ну сука? У меня 700 мувов осталось. Ну только не говори, что я, блядь, не добегаю до цен. Ну, вроде добегаю. Пиздец. Ну денег нихуя нету, блядь. Так, ну мне нужны эти рынки ебучие. Рынок раз. Рынок два. Теперь. У меня здесь, да? Может дать ТП сюда. Ты можешь взять деньги здесь. Можешь что-то еще тут поколедовать, да? Ты возвращай. Ты, блядь, тебя бы здесь оставить, брат. То есть мне нужно как-то вот сюда, да, то есть тут 500, 400. С деньгами пиздец боли. Сейчас еще на 6000 трейд, это самый, на 6000 еще этих улучшать, я не знаю, есть ли в этом смысл. Может, мне просто лучше что-то вот отсюда, блядь, ну вот это пиздец. Ну вот это повытаскивать могу. Я думаю. Давай, Стронгаль. Ебать, я сейчас чуть не лоханулся. Пиздец. То есть, ну вот он, блядь, крейт, конечно, ебанутый. И еще здесь надо таверну поставить. Сюда бы, да, еще поехать чуть подсобирать. Коу колядки, бля, какие колядки, ты чё, братишка, блядь, дай подумать сейчас, подожди, я думаю сейчас. Как будто нельзя их кредить, я их могу сейчас тут, наверное, оставить. Чё-то ей еще пособирать, а на следующий ход я просто загрейжу и вернусь. А сейчас могу, сюда нельзя, да? А сейчас куда-то просто пойду, наверное. Чё-нибудь пособираю. Потрейжусь, два...
Да нет, деньги надоело вообще пиздец. Мне надо вот это вывозить, и мне надо еще на самом деле еще героев ставить вот здесь. Мне нельзя это грейдить. Я это, если что, вытащу на следующий день. Здесь 1500 мувов на 7-м разгоне этого хватит. Мне вот этой подружкой еще надо найти каких-то денег, чтобы я мог еще что-то придумать. Но, блядь, она как будто особо ничего не находит. Вот сюда можно попробовать поехать. Здесь таверна, и вот что-то надо вот так вот думать. То есть титанов я точно сейчас не привожу. Слушай. Ну давай, ладно, нормально, если что, еще потрежусь. Мне просто надо здесь вытаскивать вот эти зефы. Здесь, конечно, вот это бы вытащить, но 2049 могут, ну, не простить. Мне надо здесь еще героя ставить, чтобы я мог вот это еще все вытащить на следующий ход. И вот здесь бы крылья поймать, пиздец. Ну тут, конечно, очень много всего, что хочется, но тут тяжеловато. Угу, нихуя, ты еще ебанулся. Ну, удачи, блин, братик. Тут, видите, ни до чего особо дотянуться не могу, блядь. Вот в чем хуйня. Надо, ну, ставить на разгоне. Ну что-то такое надо делать, а дальше уже что-то придумывать.
Ну, сейчас посмотрим. Ну, он обязан давать финалку, иначе у меня тут просто гигантские доборы. Просто если он сейчас финалку не дает, я тут, ну, все выношу. Я выношу три зефы. Я выношу там ботинки, щит там и так далее. Так, какая? 12 скорость, минус 2 морали. А, ну, я могу просто выставиться вперед, побежать вперед, но я думаю, нам смысла нет. Вперед бежать, мы будем его ждать здесь. Вот так просто сделаем, чтобы он не мог стрелять. И все будет хорошо. Подставили джинов под ангелов. Ну, ангелы... 12 маны. Масло. Ну, вот уже хорошо. Уже 7 маны, да? Ну, я масло в ответ дам, не переживай. А, ну он первый ходит. Ну, блядь, на таких статах. Слушай, хорошо он в джинов, блядь. Я зря их подставил, на самом деле. Что-то я тупанул. Не прочекал. Но здесь как бы вот так можно сделать. Ну и все. Армии не осталось. Да. Спасибо за игру, неплохая. Давайте я покажу, что было б, на этот ход. То есть мы просто на этот ход по красоте сделали бы вот так. Сделали бы вот так. Взяли бы вот эту шапку, привезли бы вот это себе. И, возможно, пробили бы вот это, да? Ну, в принципе, нормально. Ну, 34 этих самых архидьявола. Не знаю, почему потери такие. Ну, да ладно, не суть. И могли бы вот так уже. И вот таким вот парнем мы могли бы дефаться, да? И залили бы, поставили бы ГМ. И у нас было бы 200 маны. И все, 200 маны со взрывом. Уже как бы, ну, тяжело что-то. Тяжело что-то придумать ему будет против, ну, такого как бы. Плюс как бы вот тут денежки подфармим. Вот это как бы опасно, 23 было, да, но в принципе тоже нормально. В принципе тоже можно было, да, что-то придумывать. Ну, короче, и вот так, да. Вот так бы дефались. Так, что тут в центре? Ну, центр такой, да, вот я до утопа не добежал. И, в принципе, утоп, у него на выходе тоже особо ничего нет, ему просто идти финалку давать. Книжка воздуха или нырять вправо, мошнить утопы. Не знаю, ну такое, да. Вот 10-19 архангел, 12. Ну, отлично, это я бы вторым бы парнем бы бил, чтобы взять вот эти книжки, крылышки, да. А что в утопе интересно? Во-первых, интересно, что здесь денежка, бля. Это было бы классно, если бы я пробил это. У меня был таймер, и я бы мог вообще помошнить здесь неплохо. Ну, у топа говна, ну, опять же, это деньги, это для нас деньги. Давайте посмотрим, что было на респе. Да, в принципе, мы почти весь респ разведали, да. Ну, пару зев было, но их не вытащить, слишком большие штрафы. Вот это, конечно, можно было вытащить, я рассматривал этот вариант, да. Вот с таким бы уже, конечно, 1900. А, чест, это самое, да, тогда вот 3000, ебать. Вот это интересно, давайте посмотрим. Просто интересно, какого размера лампы? Потому что я вот сюда не поехал. Тут 5 джинов, какого размера? Двоечка, кстати, нормально, что не поехал. Потому что двоечка все-таки слабовато. Могла бы быть вообще единичка. 5, 6, 11. 16 джинов мы отсюда не довезли. Но мы бы и не довезли. Ну, чайник вы сами видите. Ай, блядь, смотрите какая. Ах ты, сука, смотрите с чайником. Он тебе показывает, что у меня есть чайник. Но ты к этому чайнику можешь прийти вот только отсюда, через вот эту тюрьму. А я вот отсюда ехал к нему. То есть я отсюда его увидел и ехал отсюда. И, ну, блин, понятно, я
не доехал бы никак. А так бы, если чайника вот эти ноги бы взяли, ну это прям совсем забей. То есть, блядь, 30 олстоты. Фух, блядь, 30 олстоты. Все, просто 30 ол. Ну и вот такой центр, да. Ну еще бы мы двух титанов бы вытаскивали через ТП в центр бы, так сказать, на Верочку. Что еще мы тут могли посмотреть? Да особо ничего. Он 34 циклопа, 8 титанов, все. Как бы тут все пробивается на квике дальше. Все, бля, просто все на квике. Ты можешь нихуя не делать, просто ебалом по клавиатуре кататься. Что я, собственно, и собирался делать. Просто взять, подготовить свое лицо максимально для проката по клавиатуре. И так просто, блядь, и кататься. Но мы сыграли охуенно. 1-2-1 с домашнюю топой. Выход на титанах. Просто, муа, блядь, персик, а не игра. Вот здесь еще вот топочка, да, притаилась. С колпачочком, щиточком. Просто кайф. Хорошая катка. Охуенная катка. Мне очень понравилась. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите в комментариях, как вам катка. Мне очень понравилась. Если хотите смотреть эти катки в прямом эфире, на Твиче и на Ютубе. Все. Всем пока. До встречи на моих стримах или на больших экранах. Минималка улики, 2 мини-зефы, на ГО 25 ангелов. Угу, понял. Ну, вот такие вот дела. Че, все что ли? Ну, пойду в доту. Уже 8 часов, пойду в доту. Но был на яйцах. Ну, видишь, он говорит, что у него с уликами не повезло. И зефы хуевые, и ГО ебанутое, типа 25 ангелов. Но все равно вышел нормально. Но просто видите, в чем фишка. Тут как бы вот ему бежать сколько до ГО и сколько мне. Ну, в смысле, не до ГО... То есть, во-первых, у него ГО от замка, да? Вообще хуйня. То есть, ну... Блять, что это? 900 мувов. И до центрального замка 2900. Это немало. А у меня до центрального замка, блядь, 3500. И еще и до ГО у меня. Косарь. А то и полторы. Ага, блядь, 200, ебать, до ГО у меня. У меня до ГО 200. Ну, это очень много, очень много. Но у него просто на выходе особо нихуя нет, он хотел, да, книжку воздуха взять. Ну и толку, ну, блядь, я просто скажу, я этот центр, я просто за 3 дня бы всосал и похуй вообще. Он бы ничего не смог сделать, просто затянул бы катку. Ну, спасибо, что не затянул на самом деле. Ну, я бы тут просто весь центр, ну, разнес бы, ну, просто в хламотень. А там главное вытащить где-нибудь вот эти, ну не где-нибудь вот эти крылышки, и все, у меня два героя становятся, один под чайник, другой под ботинки. У меня 30 ол, блядь, становится, просто 30 ол там с КЗшкой, которую я свечу на следующий день. Где эта КЗшка? Вот она. Я сюда еду кем-то и свечу ее, вот и все, блядь. И на этом как бы игра заканчивается. А здесь еще он доборы. А здесь еще вот такие доборы на крыльях потом берешь и все, бля, и забей. Тут 16 уток. Тут улик. Ну, короче, еще стек уток. Да я нас... Да какой там армагом? Там просто масло и расстреливаешь на титанах, и все. Ну, или взрыв в лицо, вот как у него там 17 циклопов было. Я просто дал взрыв в лицо, все, и сразу спать положил 17 циклопов. Ой, бля, как хорошо, что мы в титанов вышли. Там, ебать, какие охраны сложные. Вы видели эти охраны? Вот вы видели эти охраны, блядь? 20-49 дьяволов. 20-49 золотых драконов. Утопы там подальше, да? Стрелки вот эти уебские. Если б я вышел в темп на вот этот вот, типа, 1.1.6, 1.1.7, как я хотел, я бы, блядь, в центре был. С голой жопой, без денег. Но, единственное, конечно, я бы мог подобирать зефы. Но это полная хуйня.
А вот с 6-8 титанами сидеть в центре просто супер вообще.